Всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня выходной день. И друзья попросили мне сделать что-нибудь вкусненькое. А это вкусненькое у нас будет чизкейк. Алена, Денис, привет! Так что, друзья мои, не переключайтесь на другой канал, оставайтесь со мной. С вами Роман Борисович. Что нам понадобится для чизкейка? Для чизкейка нам понадобится это 3 яйца, шоколад, сахар, изумительный сливочный сыр. Я его сделал сам. Проще сделать самому, чем ездить по магазинам искать его. И по деньгам тоже дешевле намного. Ссылочка будет на экране в конце видео. Кто хочет как его делать, посмотрите. Также нам понадобится песочное печенье, сливочное масло, цедра лимона, корица и ваниль. Итак, друзья мои, приступим. В чашу блендера кладем печенье. Печенье у нас 200 грамм. Мы его сейчас размельчим и приготовим. Это будет подложка чизкейка. В печенье добавляем шоколад. Вот таким образом. И сейчас будем делать подложку. Вот у нас получилась вот такая масса. Мы ее досыпаем до общей. Прямо чудненькая. Запах шоколада. Вот эти крупинки. Сюда добавляем чуть-чуть корицы. Маленько. Прямо вот такую ложечку небольшую. И щепоточку сахара. А сами сейчас будем заниматься маслом. Кладем масло. И ставим на медленный огонь. Масло растопилось. И сейчас мы добавляем песочную массу. Я вам напоминаю, здесь песочное печенье, шоколад, чуть-чуть корицы и сахар. Масло мы выливаем. Сейчас сахар, шоколад, все это у нас. Все это мы перемешиваем до однородной массы. Какая красота получается. Запах идет безумный. Уже хочется ложечку попробовать. Готовую массу мы выкладываем в форму. И начинаем ее утрамбовывать, распределять ровно по всей поверхности. Массу распределяем по дну. И маленько-маленько мы ее придавим. И отправим в духовку на 10 минут при 190 градусов. Пока у нас корж стоит в духовке, мы приготовим цедру лимона. Теперь готовим основную массу.
для нашего чизкейка. Добавляем яйца. Берем сахар. 4 ложечки, я думаю, будет достаточно. И добавляем ваниль. Добавили ваниль. Добавляем цедру. Сейчас мы это дело все перемешаем и добавим наш изумительный сливочный сыр. Все перемешиваем. Нам главное что? Перемешать, но не взбить. Чтобы растворился сахар. Сыр выкладываем в миску. Прямо превосходный сыр получился. И тоже сейчас будем все это дело взбивать. Всю эту массу я взбиваю. Здесь у меня 600 грамм сливочного сыра. Я уже вам говорил, как делать сыр в домашних условиях. У меня будет ссылочка в конце видео. 3 яйца и где-то 4 ложки сахара. Плюс ваниль. Сейчас это все перемешаю. И где-то минут 5-10 должно все это постоять. Немного сгуститься. Яйца сделают свое дело. Итак, друзья мои, вот я доливаю прекрасную нашу ароматизированную смесь. Я ее залил в форму. Сейчас в двух словах я все вам напомню. Берется форма, сливочным маслом она внутри промазывается. Делаем корж. Оборачиваем все фольгой, потому что мы будем делать на водяной бане. Мы на противень налили воды теплой. И ну, не может быть форма герметичной. И мы туда сейчас все опустим. Готовить мы будем 180-190 градусов. 45-50 минут, да. И вот фольга есть обычно маленькая фольга, а эта фольга 45 сантиметров. Она как раз удобна, чтобы ее завернуть, чтобы не было никаких отверстий, проемов. Она плотная, хорошая. Итак, друзья мои, отправляем в духовку. Чизкейк помещаем на самый нижний уровень. Вот у нас водичка как раз где-то половину закрывает наши формы. Все мы отправили. Выставляем время и температурный режим. Вот и все. Чизкейк готов. Если вам понравился мой рецепт, делитесь, подписывайтесь на мой канал, делайте сами. С вами был Роман Борисович. До новых встреч, друзья!